социальный заработок. Это заработок нового поколения, открывающий возможности каждому получать дополнительную прибыль из соцсетей и мессенджеров. Всего за пару кликов инновационная разработка объединит рекламодателей и их задания в единый автоматический процесс. Вам достаточно просто запустить систему и дождаться окончания работы. Огромное количество заказов и высокий спрос гарантируют стабильность. Моментальные выплаты и отсутствие задержек способствуют финансовому росту, а также возможность запуска системы в любом удобном месте, без привязки к офису и времени. Позаботься о будущем. Запусти систему «Социальный заработок». Всем привет! Меня зовут Сергей Брулин. Я являюсь независимым финансовым трейдером и аналитиком на рынке криптовалют. И сегодня мы поговорим о так называемом механизме «Социальный заработок». Данный сайт попал мне в руки приблизительно неделю назад. И сразу меня привлекла яркая надпись о том, что система автоматизирована на 100% и позволяет зарабатывать. Как видим, у этого проекта очень известные и крупные заказчики. Но остановимся на регистрации в проекте. Есть возможность пройти регистрацию как новый пользователь или зайти через свою страницу социальной сети. Давайте как новый пользователь. Сразу начался процесс регистрации. Обратите внимание, что проект выделяет вам индивидуальную сим-карту, через которую будет происходить вся дальнейшая работа. Вот получает СМС для регистрации в социалках, прямо то, что мы делаем вручную, когда регистрируемся. Да, процесс с регистрацией не быстрый. Вот, кстати, то, сколько заданий доступно для моего города. Так. Отлично, мы в кабинете. Вот здесь показываются текущие задания, которые готовы к выполнению. Так, баланс 0 у меня, аккаунт ведь новый, логично. Давайте начнем заработок. Зажимаем кнопку «Запустить систему». И все. Процесс пошел в автоматическом режиме. Сейчас мне подбираются рекламодатели, которые готовы принять выполнение заданий с моего компьютера и моего аккаунта. Нужно подождать немного. О, вот устанавливается канал соединения между системой, моим компьютером и разными сервисами. И поехали. Вся система успешно запущена, деньги начали начисляться. Я не особо силен в продвижении и раскрутке в социальных сетях, поэтому мне стало интересно, что это такое и как оно работает. У меня было время пообщаться с поддержкой о том, как именно работает система. В целом, ребята сделали специальный алгоритм для накрутки лайков и подписок в очень глобальных масштабах, и каждый человек, который запускает систему, позволяет им обходить блокировки со стороны сети, поэтому они платят за это деньги. Все достаточно просто и прозрачно. Остается дождаться завершения. Так, 35 тысяч заданий уже выполнили. Еще чуть-чуть осталось. Так. Денежки капают. О, успех! На балансе 40 775 рублей. Успешно. 40 775 сегодня. Что ж, давайте, наверное, сразу выведем их. Жмем «Вывести средства». Выбираем способ вывода. У меня Яндекс.Деньги. Заполняем поля, тут очень внимательно.
Сумма на вывод 40 775. Создать заявку. Процесс вывода также в автоматическом режиме. Ждем. Перевод денег. Я уже выводил, поэтому мне знакома эта процедура. Ждем. Все выполнено. 40 тысяч отправлены на мой счет. Получение через 22 секунды. Проверяем кошелек. Так, нет. Еще раз. Ждем. Что-то не пришло. Получение должно быть. Обновляем. Вот. 40 775 на моем счету. Думаю, для вас это будет полезная информация. На сегодня все. Вот так в целом можно зарабатывать. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!